Вот это второй мостик остался, от него отрожек такой. А там наверху, он видно, идут высокобортные линии. И вот откуда вода дошла. Тут, оказывается, коров гоняет, овечек. И вот они тут пьют и вытаптывают. Этот мостик мы сделали. А ниже его, это высоко довольно. Тут сантиметров на 25 выше. Вот. Тут уже сделали наши запруду дополнительно. Отсюда вода идет на первый мостик. Вот тут как. На первый мостик идет. Вот они тут копали. Вот она где идет. Так. Это все Володин, это с Никитой. Доски тут, бруски, столбушки. Ну и засементировали, все, вода стоит. Дальше не проходит, уже сухо. Здесь практически с тем соединено. Весь вопрос весной. Когда тут идет половодье, все выметает. Вот они сколько глины на себе вытаскали. Это вообще. А только посмотреть надо. Вот я сейчас спускаюсь тут по ступенькам. Отходили мои ноженьки свое. Вот я зашел. Вот оно, мостик рядом. Водички. И вот они сколько выбрали здесь. Ну, на метр. На метр выбрали. И оттуда сколько он выбрали. А тут видно, что ходят овечки, кто протаптывает. Ну, это не рассчитано. Но, однако, и устояло. Ну, вот будет бульдозер нанят. Я попрошу его тут кое-что свернуть, кучу земли. Вот сюда вот. Чтобы глина тут задержала. Вот так. Раз, два, три, четыре, пять, шесть сантиметров по 30. 63, 18, 20. Ну так вот и ездит. Вот. А теперь я гляжу, вот она. Идет первый мостик, ну там деревня. А там он далеко, видать, Володя с Никитой. Не знаю, видно, не видно, ничего не вижу. Но я вижу там вот как балки лежат. Это сваи наши. Вот туда я сейчас иду. Пошел. Боюсь, от жары упаду в обморок. Никто не найдет тут.